За следующим номером у нас упражнение с палкой. Они просто для того, чтобы, как сказать, психологический подъем настроения, да? То есть очень важно, чтобы нам это все не надоело, чтобы нам все это нравилось, чтобы нам это было сладко, особенно в первое время, когда только начинаешь заниматься, нужно делать что-нибудь приятное, что-нибудь веселое, интересное. Одновременно, конечно, оно и трудное. Вот. Ну вот эта планкировка, да, с шашкой, как обычно казаки показывают, конечно, с двумя интересными выглядит. Ну, для первого раза, для первой съемки, можно с прокрутом, да, можно с двумя прокрутами, раз, раз, хопа. Конечно, левая не такая у меня, как и у многих. Левая рука не такая умелая. Но хорошо бы, чтобы она была умелой. И хотя бы что-то умела. Ну что еще? Ну, типичные вещи такие. Конечно, в ЛЗК, в противогазе совсем другие ощущения, совсем другие необычные ощущения, когда тебя придушивают. Вспомните о тех, кто болеет сейчас, у кого сейчас воспаление легких, как они чувствуют удушье. И боритесь с этим удушьем. Это имитация высокогорной тренировки. Вообще даже несколько ударов уже заставляет задыхаться. Вот. Ну что, можно на задыхе, да? На отходе, на отходе. На подходе. На подходе. На отходе. Прямой снизу, сбоку. Прямой снизу, сбоку. Еще сбоку. Прямой. На снизу, на сбоку, на сбоку, на сбоку, на прямую, на снизу, на отходе, на отходе. Хопа, так вот. Ну двоечку, двоечку никто не отменял. И на отходе, двоечку, на отходе, двоечку, на отходе. Фу. Классику надо отрабатывать, классику. Конечно, для подъема настроения. Перехватики. Да, это может быть какого-то реального значения не имеет, но это весело. Это весело. И потом любые упражнения развивают общую ловкость. Любое упражнение на самом деле тренирует мозг. А в условиях удушья... Да, снизу, сбоку, сбоку и справа. И снизу. И снизу, так, так. Нырнул, нырнул, на! Еще раз оттуда же. Фу. И старайтесь сделать так, чтобы вам это нравилось. Чтобы было хорошо, красиво. В ЛЗК все шуршит.
почти как в дорогом кимоно. Вот. Ну что, каратист, тоже можете ски побить. Там. Ну я вообще не фанат карате. Мне кажется, что европейскому человеку бокс, конечно, ближе. Ну и сайбо. Там вот ничего нет меня. Суставов. Старость не радость. В общем, каждый пусть придумает свои любимые упражнения и ими занимается. Вот так, снизу, вбок, вот и все слева. И прыжковый такой, да? Кто такой? О, хорошо. Маска. Ты кто такой? Что вы говорите? Я говорю, почему у вас такой костюм? Я купил. Да? Да, такой... он продается в интернете. Защитный такой? Да, это называется ОЗК. Общевосковой защитный комплект. Это 3000 вы... рублей с доставкой 4. Это вы везде так ходите? Да. Вы прям ходячая реклама. Я рекламирую именно. Я... Ну ладно, я призываю к этому. Успехов вам. Главное защищаться, а не рекламу. Ну что, на отходе. Я еще маски не делал. Маски надо делать, но у меня растяжка не какая-то. Но у меня всегда была никакая растяжка. Поэтому я считаю, что это упражнение на преодоление ложного стыда. Ложный стыд очень многих людей заставляет делать какие-то дурацкие вещи. То есть люди стыдятся, что над ними будут смеяться. Отрабатывать отсутствие страха перед мнением других людей. Вот. Ну ладно, чтобы не делать слишком длинным, я остановлюсь.